Здравствуйте, дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал и включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых видео. Дорогие подписчики, прекрасный принц и Ибрагим Джейхан из серии «Безопасные новости», которыми гордится Халил Ибрагим Джейхан, добились больших успехов. Если вы хотите узнать больше о силе Тюркоглу и Халиле Ибрагиме Джейхане, посмотрите наше видео до конца. Пожалуйста, оставайтесь с нами на нашем канале. Он был выбран лучшим актером Турции в номинации «Красота вокруг сайта». На сайте есть рейтинги самых красивых турецких актрис современного кино и сериалов, а сейчас они проголосовали за формирование рейтинга людей. И были выбраны самые редкие и талантливые актеры Турции. И голосование было объявлено в последние часы 2021 года. Соревнуясь в одной категории со многими известными именами, Халил Ибрагим Джейхан стал победителем, победив своих известных соперников. Да вы не ослышались, Халил Ибрагим Джейхан был выбран среди самых известных. Его поклонники были в восторге от этой новости, и поэтому Халил Ибрагим Джейхан преподнес своим поклонникам новогодний подарок. Среди таких имен, как Керем Бюрсин, Бурак Озчивит, Барыш Аруч было очень важно, чтобы Халил Ибрагим Джейхан занял первое место. Халил Ибрагим Джейхан, оставивший Керема Бюрсина далеко позади, и Керем Бюрсин, который был на вершине, остались на 12 месте. Объявлена пятерка лучших актеров. Голоса и имена победителей, занявших первое и пятое место, следующие. Халил Ибрагим Джейхан занял первое место с 703973 голосами. Бурак Озчивит отстал от Халила Ибрагима Джейхана и занял второе место. Он получил 694643 голоса. Барыш Аруч занял третье место. Количество полученных голосов 637533. Сиоркан Кейроуд заняла четвертое место. Количество полученных голосов 435592. Эркан Мерич занял пятое место с 433412 голосами. Среди примерно 100 известных актеров Халил Ибрагим Джейхан занимает первое место. Ему удалось заставить гордиться как свою семью, так и поклонников. Мы надеемся, что знаменитая актриса достигнет лучших результатов. Что вам интересно о Халиле Ибрагиме Джейхане? Халил Ибрагим Джейхан родился в Стамбуле в 1986 году. В 2007 году он участвовал в конкурсе моделей «Лучшая модель Турции». Потом он начал заниматься музыкой. Он представил публике свою первую песню «Lost». Он также писал тексты для таких имен, как Агус Беркай Фидан и Сердар Артач. Помимо написания песен, она начала работать моделью и сниматься. В 2019 году он снова предстал перед своей аудиторией с песней «Let Yourself To Me», которую написал и сочинил сам. Эту песню прослушали более 2. Джейхан, который тоже хотел продвинуться в сфере актерского мастерства, получил свой первый опыт работы в кино с фильмом «Мы вернемся». В этом фильме вместе снимались Бурак Сатыбол, Айхан Таш, Кадир Палаччи, Эсин Дживангел, Мурат Гёнч, Гёкхан Мумджу и Бусей Скиндероглу. Он играет главную роль в сериале «Эманет», который транслируется на экранах 7 канала и с изумлением пересматривается многими любителями сериалов. Халил Ибрагим Джейхан присоединился к таким именам, как Сила Тюркоглу. Халил Ибрагим Джейхан присоединился к таким именам, как Сила Тюркоглу, Берат Рюзгар Аскан, Мелих Аская, Талга Панкараглу и Агус Егджи в этой серии. Дорогие друзья, которые любят Силу и Халила, как только появятся новости о Халиле и Силе, мы передадим их нашим уважаемым подписчикам. Оставайтесь с нами для мгновенного доступа к последним новостям. Подписывайтесь на канал и делитесь видео. Держите уведомления, чтобы смотреть первыми, получать уведомления о новых видео. Будьте здоровы!